Поздравляем с дебютом в «Локомотиве». Расскажи, как это было. Спасибо большое. Ну, понятно, что дебют – это всегда немного волнительно, но я долго ждал этого. Уже прошло 6 туров, и я хотел выйти, да, показать себя, и надеюсь, то, что даже за это маленькое количество времени я смог это сделать. Достаточно высокие скорости были в матче. Как тяжело или легко было войти в игру? Ну, в замену всегда тяжело выходить в игру, но главное быть сконцентрированным на игре и быть готовым к этому шансу. И я был готов, поэтому, в принципе, легко адаптировался к этим скоростям. Какие наставления были от тренера? Какая задача у тебя лично стояла в матче? Ну, он просто мне сказал, чтобы я играл в свою игру, чтобы не волновался, и все было хорошо. Адаптация прошла нормально, на самом деле. Да, понятно, что были какие-то сложности в плане понимания, наверное, тактики команды, да, то есть философии, я бы даже сказал. Но я в премьер-лиге уже играл, поэтому для меня было не особо волнительно, да, выходить на поле. Был момент, то, что мы владели игрой, потом случилось так, то, что «Динамо» переломило ход матча и, в принципе, поддавили нас в концовке, и с этим связано, скорее всего, и удаление Димы Баринова, поэтому казалось то, что нас поддавливают. И, в принципе, потом в конце у нас был момент у Лисаковича. Если бы он ударил, может быть, бы мы и выиграли эту встречу.